На конкурс дети читают стихи. Я Аль-Султанова Хава. Мне 10 лет. Город Хасавюрт. Стихотворение «День Победы». Автор Анатолий Махорев. Неважно, сколько лет прошло. Хоть 20, хоть 30 или 100. Всегда мы будем помнить эту поистину великую победу. Как много было жертв тогда. Как долго плакала страна над павшими в ту пору, которые стояли до упора за родину свою.